Добрый день, друзья. Начинаем сегодняшний вебинар. Измени свою судьбу. Эксклюзивный вебинар Дуйкод 20 сентября 2024 года. Я рад, что вы сегодня здесь присутствуете в данный момент. Мне очень приятно видеть вас из разных точек планеты Земля. Очень много людей сегодня. Хорошо было бы знать, откуда вы, но я смотрю по аналитике, откуда приходят люди, и могу сказать, что очень много людей из Украины, из Казахстана, из Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, очень много людей из Германии, Италии, Испании, Америки. Одним словом, наша эзотерика, она имеет действительно многонациональную вот такую объединенную функцию. Это очень радует. Ну что ж, чем интересна эзотерика, для чего эзотерикой заниматься? Эзотерика — это единственный повод для человека или метод, который может помочь человеку в дальнейшем вырваться из пут конкуренции. Вы никогда не задумывались, что для того, чтобы быть самым лучшим, нужно победить в конкурентной борьбе несколько миллиардов человек, проживающих на планете Земля? Точно так же, когда вы захотите быть очень популярным, вам нужно преодолеть что-то и так далее. Огромная конкуренция, огромная возможность одних людей быть более конкурентоспособными обычным людям, таким как я, не дает шансов ни для того, чтобы быть богатыми, ни для того, чтобы быть счастливыми, ни для того, чтобы быть везучими. Именно в этот момент на передний план выходит некое понятие, которое называется эзотерика, или я ее называю третья сила. Знания, которые даю я, это философия или определенное понимание мира, которое позволяет человеку накопить энергию счастья, и реализация психической энергии за счет философии, которая дает в дальнейшем исполнение желаний и возможность быть вне конкуренции в этом мире. Это и называется нашей эзотерической школой Кайлас. И для тех, кто не проходит эзотерическую школу Кайлас, хочу порекомендовать пройти все-таки мою первую ступень школы Кайлас, которая опубликована и в YouTube бесплатно, и в платном формате, более современное и новое, которое вы можете найти на моем сайте duiko.guru, который указан сейчас вот здесь, на вот этом красивом баннере. Поэтому с эзотерикой жить легко. С эзотерикой вы сможете достигнуть высших пилотажей своей жизни. С эзотерикой вы можете быть лучшей версией себя. С эзотерикой везение, почет и уважение будет сопутствовать вам всегда, так как это является звездой счастья. Поэтому стремитесь, пользуйтесь, наслаждайтесь и будьте среди тех людей, которые уже понимают, что это такое. Буквально сегодня, общаясь с людьми, многие люди, периодически встречаясь со мной, это обычно ученики высоких ступеней или прошедшие школу несколько лет назад, обычно говорят ли одно и то же. Эти слова звучат так: мы очень вам благодарим, мы нигде ничего не ставим, никаких комментариев нигде, не хотим этого делать, я их прекрасно понимаю. Счастье любит тишину, и для того, чтобы сглазить человека, достаточно написать свой комментарий. Ну и поэтому эти люди просто живут счастливо, но в дальнейшем, когда я с ними встречаюсь, очень многие люди, разобравшиеся в себе, мне произносят одни и те же речи, и это звучит так: Андрей Андреевич, большое спасибо. Такое ощущение, как будто жизнь разворачивается таким образом, чтобы у меня было только счастье. Так все получается, что даже сложно себе представить. И когда человек стремится к богатству, достигает богатства, к власти достигает власти, к любви достигает любви, к семье достигает семью. И это вне конкуренции. То есть нам достается в итоге самое лучшее. Итак, Елена Смальченко. Мой вітання найкращий гуру. Це я? Ну, я гарно і дуже-дуже приємно. І раз я найкращий, то ви, мабуть, дивили ще якихось. То якщо я серед цих найкращий, то це дуже гарно. Дякую, дякую, дуже приємно. Так ось, скажіть, будь ласка, чому в мене перестали бути астральні мандри і лівітації у вісні? Це було неймовірно. А що робити, щоб це вернути? Дякую. Об'яснення цьому є. Коли чоловік пробує, що таке астральна лівітація? Коли чоловік ходить, то його хорда чакра, вона працює горизонтально. И ваше астральное тело, оно вокруг вас светится красным, но внутри вас идет вдоль позвоночника и светится зеленым. Но в тот момент, когда вы засыпаете, ваше тело начинает светиться зеленым, а хорда ваша, она становится красной. Так вот, если какая-либо связь между одной чакрой и другой прерывается, если происходит
недосып, бессонница, если происходит усталость, страдания, если происходит укорачивание сна или алкоголизм, то левитация не происходит. Для левитации необходима медитация. Перед сном садитесь так, чтобы сидя заснуть. Для чего это делается? Когда человек сидя засыпает, не оперевшись ни на что, когда человек сидя засыпает, то у него появляется голубая энергия вокруг него и выжигает все, работает таким образом, чтобы его чакры начали гармонично работать, очищая при этом ауру. И в этот момент у вас очищаются эти чакры, которые в дальнейшем ночью могут правильно начать работать. Если вы днем сидя закрытыми глазами посидите 40 минут, а еще умудритесь заснуть в этот момент и не упасть, сидя поспать, то после этого со временем, через 1-2-3 дня, скорее всего, будут левитации происходить. Как научиться левитировать? Легко. Первое, омойте себя. Когда вы лежите с закрытыми глазами, представьте, будто вы взяли кастрюльку или тазик или ведерко с водичкой, намылили мыло и намылили обязательно этим мылом или можно еще лучше губкой какой-нибудь пенящейся пенкой намылили свое тело. Полежали мысленно, кстати, полежали, чтобы эта пенка на вас была. После этого теплой водой, которая находится у вас вот этой бочечке или в этом ведерочке, мысленно себя помыли. Можете помыть и рядом находящегося человека. Кстати, если помыть человека в ночное время, который рядом спит, который с бодуна, то утром ему будет неплохо. Кстати, пользуйтесь. Также у него не появится желание сильно похмеляться. И сон его будет более крепок. Так вот. Сначала помойте, когда вы начнете мыть, сделайте так несколько раз. Сколько? Ну, 1-2 раза. После чего представьте, будто от темечка и до, наверное, стоп ваших находится полоса. И из этой полосы в левую и в правую сторону выходят две оси, которые длинные, как будто крышка гроба или по-другому астральная дверь. Мысленно представьте, будто перед вами, как будто закрыта крышка, которая растет и транслируется через вот эту центральную часть. Дверь эту представляйте красного цвета. При этом представьте, если вы знаете, как выглядит буква А, можно представить, знаете что? Можно представить цифру 5. Как будто она там светится, цифра 5 и рядом с ней буква О. И представьте, будто вы эту дверь раз в одну сторону и в другую открываете, и там видите свет. Если одно за другим сделать, после этого ничего не произойдет, но в этот момент вы перейдете ко сну, то если это делать 3, 7 или 9 дней, то на 10, 11, 12, 13 астральная левитация начнет совершаться. Не нужно ничего больше представлять, не представлять, будто вы встаете, не представлять никаких канатов, ничего не представлять. Этого будет достаточно, чтобы возобновить работу астрального поля. Алекс Дриттер. Здравствуйте, Андрей Андреевич, я ученик школы, супер, и длительно практикую сингон, супер. На работу так и не нашел. Подскажите, в чем причина и в каком направлении мне двигаться в поиске работы? Ваше сознание и ваши желания, они диктуют вам другого. Вы знаете, что человек, который занимается эзотерикой, он слушает меня, я очень часто говорю, свобода, нужно быть свободным. Старайтесь быть свободными, старайтесь быть человеком, который свободен. Но люди не хотят меня слушать. Они думают, что свобода это что-то мифическое. Нет, друзья мои. Свобода, она может быть еще и финансовая. Для того, чтобы быть финансово свободным, вы никогда не сможете добиться финансовой свободы, если вы будете работать на кого-либо. Вероятно, время пришло для вас уже настолько мощно и сильно, которое кричит прямо вам в лицо. Хорош на кого-то работать. Начинайте работать на себя. И человек сразу говорит, да как же работать на себя? Если у вас есть время свободное, можно с утра до ночи что-либо изучать. Я клянусь вам, если человек каждый день выделяет всего лишь один час для того, чтобы учить английские слова, то на протяжении 6 месяцев по часу в день даже одно слово запоминайте, повторяйте одно слово. Через неделю у вас получится запоминать, через 2 недели вы натренируете свою память, через 4 недели вам будет легче, потом придет грамматика, потом начнете как бы разбираться, слышать эти слова где-либо. Но здесь важное условие, ежедневно или через день, тогда дольше,
обязательно выделяйте один час, чтобы штурмовать и чтобы что-то изучать. Если один час каждый день штурмовать какую-нибудь науку, какой бы она ни была, то вы обязательно через год становитесь лучшим специалистом в этой области. Понимаете вы ее, не понимаете, читаете, повторяете, думаете. Читаете, повторяете, думаете. И таким образом развиваете себя. Что у вас будет получаться? У вас будет получаться деятельность, связанная с преподаванием, деятельность, связанная с блогерством, также деятельность, которая связана с перевозками, складской и бухгалтерский учет, складская логистика, международная логистика и даже продажи на различных сервисах. Все это будет у вас получаться, но нужно стремиться к этому. Я как блогер веду несколько каналов на сегодняшний день и могу сказать, что достаточно высокие заработки. YouTube ежемесячно выплачивает достаточно большие деньги для тех, кто занимается ведением вот таких блогов, как я. Человеку несложно вести блоги. Они могут быть новостные, то есть берете новость какую-нибудь, ее озвучиваете, публикуете ее с красивыми картинками, которые можно сделать там в Canva или на бесплатных сервисах, публикуете небольшие видео. Эти видео через год начинают смотреть, набираете свою аудиторию. Есть очень много всего, и человек, который начинает заниматься популяризацией себя, становится популярным, в дальнейшем становится известным, и его информация нужна. Поэтому старайтесь. Я думаю, что пришло время уже не устраиваться на работу, а все-таки начать работать на себя. Подумайте, что вы умеете делать. Ничего не умеете делать, начинайте с того, чтобы посмотреть, а что же умеют делать люди. Посмотрите, что они умеют делать люди, и потренируйтесь. Может быть, вы придумаете, как можно испечь что-либо дома, может, придумаете, как можно там печь хлеб и продавать его в интернете, и хлеб можно печь из амаранта. Я когда-то, кстати, посоветовал своим знакомым, которые из Узбекистана были на моем морском курсе, они переехали, одна грузинка, а другая из Узбекистана. И они познакомились, и так оказалось, что они обе жительницы Германии. И она говорит: у нас ревматизм, мы не хотим больше жить в Германии, что нам делать? Я говорю: а что вы умеете больше всего? Одна из них, ее звали Гуля, говорит: Гуля, так делает чебуреки, моя мама, там она была с дочкой, и дочка ее, Диляра, говорит: наша Гуля умеет так вкусно делать чебуреки, хочется их есть. А я говорю: Гуля, а с чем самое вкусное? Она говорит: о, Андрей Андреевич, в Узбекистане только с мясом бараним. Но я умею делать и с картофелем, и с сыром, и с растениями, и там с чем только не умею. Я говорю: вот когда приедете в Италию и начнете жить, откройте там наконец-то ресторан с чебуреками. И они переехали в Милан, было это в 2011 или 2012 году, и открыли там ресторан чебуреков. Он называется по-другому, он очень популярен. Живут они в Милане, обе работают, на сегодняшний день достаточно состоявшиеся люди. Что могло помешать? Вот скажите, до этого были чебуреки в Милане? Не было, сейчас есть. Но вы можете научиться чему-нибудь? Ну, конечно, человек может делать суши, может делать чебуреки, человек может выпекать, человек может делать соусы. Очень много всего человек может делать. Теперь вы умеете что-то делать, знаете, как приготовить. Посмотрите, какие есть технологические карты к этому. То есть не надо обязательно покупать помидоры, можно там сушеную томатную пасту, еще что-то. В блендере, кутере это все перемололи, упаковали, купили упаковочное оборудование и пробуете продавать. Каким образом? Выходите в ТикТок, выходите в Инстаграм и начинаете популяризировать. Да, вначале никто не смотрит. И не должен никто смотреть. Почему? Так устроен мир. Ребенок тоже ходит по одному шагу через 9 месяцев. А человек тоже так же, знаете. И человек говорит: вот, ничего не получается. Самое важное, что отличает успешных людей от неуспешных, заключается в двух параметрах. Первое – стойкость и напористость. И второе – бесстрашие. Стойкость и напористость, и бесстрашие. В случае, если ничего не получается, еще и дисциплинированность. Ну, а обряд. Какой бывает обряд, который может помочь? Для того, чтобы найти работу, необходимо взять две щепотки соли. Вот так взять две щепотки соли, положить их в пакет целлофановый. Одну чайную ложку соли. Давайте так. Часть этой соли из пакета целлофанового высыпаете себе на
руку, левую ладонь, ставите вот так над головой и крутите 7 или 9 раз, все равно, против часов, по часовой стрелке. После того, когда покрутили, вот так, держите и крутите соль эту по часовой стрелке 9 раз. После этого взяли, открыли форточку и выбросили через форточку, даже если у вас частный дом. После этого руки отрисили. А вторую часть соли кладете в карман и носите с собой целый день. По квартире, куда идете, в магазин и так далее. Ночью эту соль выбрасываете вместе с пакетиком. Не обязательно пакетик, это может быть газетка, бумажка, я не знаю, что угодно, какой-либо предмет, носитель этой соли. Все равно это не имеет значения. Можно в бумажечку какую-нибудь это все сложить. Если так делать, работу найдете быстро. Произносить при этом ничего не нужно. Можно, когда выбрасываете соль, говорить «к работе». Если идете устраиваться на работу, возьмите тряпку и завяжите ее на крепкий узел и положите перед выходом. Скажите «приду с работой». После этого кладете ее, открываете дверь и уходите. Когда придете, то придете с работой. То есть вас, скорее всего, на работу возьмут. Бирюза. Вітаю, Андрій Андрійович, дякую. З липня місяця по два рази на місяць їжу до цілительки знімати порчу. Ви, моя хороша, сказала, що дуже давня і дуже сильна. То ж таке. Чи вдасться зняти найближчим часом і назавжди? Дякую за відповідь. Моя відповідь може звучати дуже так недбало, мабуть, і вам вона не сподобається. Я хочу вам сказати, це залежить. Коли зніметься порча, це буде залежати від того, буде у вас гроші на наступне зняття. Якщо наступне зняття у вас вже не буде грошей, то вона зніметься. Так і скажіть їй, в мене остались гроші, тільки ще на один раз зняти порчу. Можемо так постаратися, щоб всю її забрати з одного разу. І вона вам скаже, так, і зніме, і все, її більше не буде. Але я хочу вам сказати, ваша проблема, вона не являється проблемою порчі, вона являється проблемою психічною. І ця психічна проблема являється депресією. І вам потрібні препарати, які, ну, флуоксетин хоча б. Попійте флуоксетин по одній таблетці два рази в день. Це дешеві препарати, це антидепресанти, у вас депресія, це ж заметно. И, ну, или обратитесь к психиатру, попробуйте там, ну, я не знаю, какой-то, если вас раздражает очень сильно, адаптол. То есть то, что вы считаете на вас влияние, говорю вам, не влияние, это вытягивание денег. Никто никакие порчи у вас не убирает, нет у вас там никаких порчей, заморочились вы этим хозяйством, этими порчами. Но здесь есть нюанс, существуют ли порчи, в том числе существуют. Можно ли каким-либо образом избавиться? Можно, да. Каким образом? На своей первой ступени. Я рассказываю, что существует определенная ритуальная защита. Ритуальная защита – это защита, при помощи которой человек может убрать порчи или сглазы. Как она выполняется? Произнося определенные слова, которые выглядят так. Человек прикладывает правую руку к сердцу, произносит «Айм Хридая Намах». Что буквально обозначает «пусть сердце освободится», потом колбом «клим шираси сваха», что обозначает «разум освободится», «ом сакуши кяя васат», что обозначает «пусть ума больше добавится», потом «ом кавачак яхум», что обозначает «быть добрее, пусть люди меня обожают». Айм хридая мах, ом клим шираси сваха, ом сакуши кяя васат, ом сакух кавачак яхум, ом пхувах нитратроя ваусат, после этого произносит, и после этого прикладывает два пальца к левой ладони и произносит «ом пхур пхувах хват», «пхат». Но вы не запомните этого ничего. Но я обещаю, если вы пройдете первую, даже бесплатную ступень с ритуальной защитой, то вы ее найдете. Хочу сказать, что да, действительно, те люди, которые чувствуют ощущение порчи, сглазы, проклятия, психические заболевания, в действительности имеют проблемы, которые связаны, но скорее всего они связаны с энергией кундалини, с чакрами, с аурой. Отчасти может быть связано еще и с родовыми нюансами, которые связаны с презрением, ненавистью там, к родителям, плохие воспоминания, это тоже может цеплять. А также могут тянуться и обиды и так далее, и так далее. Все это хором можно упаковать и остудить при помощи вот таких ритуальных защит. Если не помогает один раз в день делайте ритуальную защиту, делайте ее 2, 3, 5, 7 или даже 10 раз. Люди, которые делают такую ритуальную защиту, очень быстро избавляются от тех ощущений, которые они ранее называли порчей из глаза.
Очень часто у человека возникают порчи из глаза, как ощущение вампиризма. И многие люди ощущают, как будто через какой-то орган оттекает от них энергия, и они ощущают, будто это происходит на 100%. Это может быть от ног, от груди, от головы, от чего угодно. У других, наоборот, ощущение, будто в них сбрасывают что-то, и у них происходит нагревание. Нагревание ощущений в голове, в груди, там ненависть появляется там, и так далее. Для тех, кто ощущает, будто в них кто-то бросает, должен знать, что для того, чтобы бросить человека, необходимо, чтобы было подключение. Таким подключением должно являться что-то похожее на физическое подключение. Итак, в том случае, если вы ощущаете, где-то у вас есть подключение, и вы ощущаете боль или ощущаете неприятное ощущение жара или холода в этом месте, попробуйте представить, будто от этого места у вас идет пучок, который идет куда-нибудь в проекции пространства, которое вы видите вокруг себя. Это пучок из ниток, пучок из проволочек, пучок из веревочек, и не знаю, с чего хотите пучок, любого цвета, зеленого, золотого, красного, фиолетового, какой придется. После чего представьте, будто этот пучок, который идет от вас, это энергия, которая либо вливается в вас, и вы туда можете забить чопик, либо наоборот из вас вытекает, и вы тогда можете либо отрезать этот пучок, либо потянуть энергию в себя. То есть сделать так, представить трубочку или ниточки эти и потянуть в себя энергию. Если у кого-то забирать энергию, то та субстанция, которая ее из вас тянет, обязательно отдернет этот пучок. Потому что если вы будете тянуть сильно, то вы тогда заберете у этого существа или группы существ энергию. Попробуйте использовать это. А если внутри вас кто-то разговаривает, если внутри кто-то разговаривает, всегда знайте, это не вы. Если кто-то матерится, ругается, разговаривает, бурчит, и это находится внутри вас, это и есть подселение, или это может быть порча, или там программа какая-нибудь. Вы мысленно закройте глаза, представьте, будто тот, кто разговаривает, и скажи: «Да кто ты такой? Замучил уже разговаривать. А ну пошло и дальше матом из меня». Но произнесите это мысленно. Если так сделать, дурацкие голоса и дурацкие мысли из тела выходят. Можно представить, будто веником прогнали, еще и похлопали сверху. Так что не торопитесь возить деньги, отдавать их просто так. Из вас, скорее всего, как всегда, забирают деньги. Этим занимаются очень часто шахраи. И никто никогда ничего из вас не заберет. Это будет бесконечно. Я могу сказать, что у меня были знакомые, которые находятся во Львове. Была знакомая такая, которая имела магазин. И она ездила порчи снимать с себя. Ездила на протяжении, чтобы вы понимали, 22 лет. После этого оказалось, что она больна, и дальше, чем же она была больна? У нее нашли опухоль щитовидной железы, опухоль матки, у нее проблемы начались со здоровьем. Конечно же, они начались у нее давно, но она вместо того, чтобы лечить, объясняла себе эти порчами, с глазами, проклятиями и там прочими вещами. Откройте глаза. Не позволяйте кому-то, если что-то болит, психически нездоровый, попробуйте с успокаивающих препаратов. Попробуйте обратиться к психологу, психиатру. Не надо сразу порчу искать. До попереднього запитання підскажіть, будь ласка, якщо можна, хто це зробив? Так нету никого. Так нету. Знаете, я когда-то, воля судеб, работал у себя на Льва Толстого в офисе и принимал людей. Так вот, каждый пятый человек, который приходил ко мне, в день ко мне приходило много людей, и принимал я долго, наверное, лет 5-6, с утра до ночи. Вот утром приезжал в 10 и до позднего вечера, там до 6-7-8 принимал людей, иногда даже дольше. Популярность была большая, людей приходило много, и каждый пятый, шестой человек, который ко мне приходил, говорил, что у меня порча. Каждый пятый. И каждый пятый спрашивал, кто на меня ее наслал. Вот наслал тот, кто сказал, что у вас порча. На самом деле порчи из глаза нет у тех людей, которые их ищут. А когда им рассказывают, что порча из глаза, то после этого, если с вас снимают, то она же должна сняться. А если снимают и деньги берут, то она не снимется никогда, как у этой женщины, которая 20 лет снимала. Но я уверен, что вы ничего не услышите.
Да я уверен это на 100%. Есть эти синдромы, они описаны. Книги, если читать по психиатрии, они все описаны. Клерамбо, там, обсессии, компульсивное состояние, маниакально-депрессивное состояние, депрессии и так далее. Это все известно. Известно, и поверьте мне, очень часто в анамнезе это звучит так. Там, в 1971 году ко мне обратилась там незнакомая женщина, которая там в анамнезе в детстве не болела, там никаких проблем психических не имела, родители в здоровом состоянии, обратилась с тем, что на нее влияет порча. Она все время ощущает, что это порча, и дальше там нагревает ее или остужает, или у нее то и жарко, то и холодно, ничего в жизни не получается, она считает, что это ей там влияет. И мы после этого решили, диагностировали у нее хроническое депрессивное расстройство, потому что она объяснила, что она страдает бессонницей. Как она говорит, бессонница связана с тем, что у нее порча, и страдает бессонницей, страдает навязчивыми идеями, у нее периодически возникают панические атаки на фоне тупика и депрессии. Мы поставили ей диагноз депрессивное расстройство. После этого применяли препараты мельдоний, там, применяли препараты флуоксетин, также восстановили ее сон, применяя препарат квитерон или там квитиапин, сироквель или аналоги. И, или там какие-либо еще. Опять-таки, это не повод для того, чтобы назначать эти препараты, я просто говорю как история. Потом открываешь другую страницу, история может повторяться. То есть обратилась ко мне там пациентка такого-то проживания, там года рождения. Обратилась с навязчивой идеей, что на нее воздействуют темные силы, там соседи, начинаются соседи, живущих внизу, там темные силы, которые там прилетают и только через нее в окно там на нее воздействуют и так далее. Есть автоматизма за заболевания, когда человек говорит, вот да, там, если вот так вот не сделаю, то вот так не произойдет. Но это психические заболевания. Почему они возникают? Вот что интересно. Они возникают, когда человек перегружает себя чем-то, что его пугает. Это тоже уже доказательно. Смотрите, вы живете так, что смотрите новости. В новостях обязательно вас кто-то пугает. И вы ищете то, что вас пугает. Сама поисковая система ищет, что вас пугает. Когда человека очень долго пугает чем угодно, есть целые системы манипуляции. Самое распространенное – это терроризм информационный. Что такое терроризм? Террор – это любое воздействие на людей, в ходе которого у человека появляется страх. Чем больше этого терроризма мы сейчас в большом количестве видим, в бесконечном количестве видим, потому что нет цензуры в интернете, и кто хочет, то тем и пугает. Как там в свое время у Высоцкого было, то тарелками пугают, дескать, подлые летают, то у них собаки лают, то машины говорят, мы кое в чем поднаторелы, мы тарелки бьем весь год, мы на них корову съели, если собаку, да, если повар нам не врет, ну а медикаментов груды, мы в унитаз, кто не дурак, вот это жизнь, и тут Бермуды, нельзя же так. Точно так же и бывает вот и в нашей жизни. Знаете, вы смотрите, вас это пугает, вы потом не спите. Покровожаднее, пострашнее, погаже. Ядерная бомба скоро всех затопит, рыба отравлена, воздух травят, сверху давят, радиация наступает. Завтра будет здесь. Все, этих мучают, этих пробивают, этих пытают. И вот вы на протяжении дня бесконечно, бесконечно, свободная минута, пугайте, пугайте себя. Адреналин ваши почки может выделять в бесконечном количестве, сколько захотите. Но особенность адреналина заключается в том, что он находится и накапливается в щелях нейрона, особенно в системах дофаминовых мостов. И когда в одних нейронах накапливается у вас адреналин, оттуда должен попадать дофамин, то дофамин туда не попадает. И у вас появляется депрессия. Какая? Утром встаете, нет сил. Депрессия. Ничего не можете понять, что такое. И начинается. Может, на меня влияют? Да, точно. Схожу к Оле. На меня влияют? Да, как все? Сейчас погадаю. Точно, точно, Оля, на тебя влияют. Все, тебе конец. Давай, иди ко мне по 300 гривен, по 500 рублей, по 1000 рублей. Я все уберу. Лора Кравчук, добрый день.
Безмежно. А, безмежно, дякую. Вам вдячна за школу Кайла, зараз проходжу 4 ступінь. Це космос. Вже купила 5 ступінь, тільки не розумію, чому важко мені даються нові знання. Наша школа устроєна таким образом, що часто, коли ви просматриваєте какой-нибудь семінар, ви засипаєте. Це правильно, тому що я использую методи інформаційного воздействия на человека. І коли ви засипаєте, то відбувається не программирование, а наоборот освобождение человека от психических и депрессивных компонентов. Поэтому, если вы смотрите мои семинары и засыпаете, молодцы, молодцы, потому что вам от этого будет легче. Правду говорю, и смело этим занимайтесь. Если вам хочется спать во время того, когда вы слушаете, тихонечко слушайте, и все пройдет. Вообще хочу сказать, словами учеников моей школы такое. Когда-то одна из учениц моей школы сказала мне: Андрей Андреевич, вы знаете, я люблю три вещи теперь в своей жизни. Раньше любила два. Когда горит огонь, и когда течет вода, и когда Дуйко разговаривает на компьютере. И говорит, я это могу делать вечно. И говорит, меня это успокаивает, какое бы ни было настроение, как бы я ни была раздражена, как бы мне ни было плохо, я включаю Дуйко. И через 10 минут у меня хорошее настроение, хочется жить и так далее. Почему? Это анти-испуг. Посмотрите, какая информация вокруг. Вы что, не видите? Ужас, 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 бабах, ужас, 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 ужас. И тут маленький цветочек в моем лице. Все будет хорошо, давайте успокоимся, давайте любить, давайте обнимать, давайте заниматься чем-то. Ну тут Родина, тут так все говорят, но от того, что Родина, иди на фронт. В опасности спасай. Ну как же ты спасаешь, если ты только об этом говоришь? Уж хочешь что-то сделать, делай, как говорят в Одессе. А не хочешь делать, то нечего об этом разговаривать. А что об этом? Что от того, что человек изучает тонны информации? Плохо, 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 плохо. Что же делать, буду читать. Плохо, плохо, плохо. Так плохо сделаешь что-нибудь, раз тебе плохо. Одна женщина когда-то писала, вот я мать 5 детей, и у меня нету денег, и я вообще очень плохо себя чувствую, и у меня не... И я посмотрела, она это сообщение написала под 20 или 30 постами. Я что-то не понял, если у нее нет работы, у нее 5 детей, она за ними смотрит, то как она умудряется перейти от видео к видео и написать вот такие длинные разные посты? На это время есть, получается, написать свое фе, а на то, чтобы найти возможность помочь детям или поработать, у нее нет возможности. Когда-то, когда у меня не было денег, я пошел в первый попавшийся магазин, я жил на 2 этаже, спустился со 2 этажа, выхожу во двор, там дворник стоит, говорю, здрасте, здрасте, говорю, новый житель, очень приятно. Я говорю, мне работа нужна. Он говорит, вон магазин бакалейный, иди туда, может там работа нужна. Захожу и говорю, мне работа нужна, я не пью, не курю, молодой парень, учусь в институте, вот лето сейчас. Она говорит, да, есть такая работа, сбивай ящики. И я 2 месяца из деревянных планочек сбивал им ящики, за что они мне платили хорошие деньги. Очень долго дружил с этими людьми, знаете, и могу сказать, работа была не зазорная, но деньги зарабатывались, и не было времени для того, чтобы заниматься чепухой. А, знаете, каждый человек находит себе вечно такие темы, он говорит себе, а я найду повод для того, чтобы быть несчастным, для того, чтобы быть бедным, для того, чтобы быть несчастным, обиженным, я найду повод, а ты мне рот не закроешь. Да, конечно, не закрою, мне вообще все равно, кто ты такой. А я зато найду повод другой, быть счастливым. Прямо с самого утра встану и скажу любимой жене, привет, моя красота. Поцелую своих дочерей, выйду на улицу, начну работать, позвоню на завод, поеду на завод, что-то новое придумаю, с кем-то встречусь, где-то поставлю, пойду на риск, потеряю, приобрету и так далее. Но зато я содержу 400-500 человек каждый месяц, 500 семей живут за то, что я работаю, за то, что у меня тибетская формула, за то, что у меня... Мизония. Эти 500 человек работают на меня по всему миру, но в большинстве своем в Украине это 500 семей. А скажите мне, а если бы я как все, сидел бы только бубнил, все плохо, все плохо, все плохо, ты не в армии, иди, все плохо, все плохо. Но я же этого не делаю.
А что я делаю? Надежда есть у меня. Я верю, что все будет хорошо. И я верю и не имею права не поддерживать этих людей. Поддерживал, поддерживаю и буду поддерживать. Почему? За моими плечами мои дети, моя семья, я для семьи это делаю. Я хочу, чтобы они выросли. И что хочу, чтобы это было семейным бизнесом, семейным предприятием, чтобы оно цвело, чтобы людей делало красивыми, молодыми. Это прекрасный бизнес. Как прекрасный, красивый человек может делать гадкий, некрасивый бизнес? Это невозможно. И хочу, чтобы все были на меня похожими. Пусть так будет. Хватит бубнеть, хватит нервничать, хватит искать одни гадости. Начните жить, друзья мои, жизнь пропустите. Коснется это вас, начнете. Не коснется, живите. Сказал Будда однажды. Будда путешествовал. Будда какой? Будда Гаутама. Однажды Будда Гаутама путешествовал и нечаянно наступил на бабочку. В тот момент, когда он наступил на бабочку, он сел рядом с ней и сказал, что когда мы живем, то мы радуемся. А когда мы умираем, мы уже не радуемся. И он сказал, что поэтому никто не знает, что будет завтра. И бабочка не знала, будет ей плохо или нет. Ни секунду назад, ни час назад, ни день, ни год. Поэтому до момента, пока не произойдет то, что произошло с бабочкой, она жила и была счастлива. А мы как живем? Многие люди живут как бабочка, но уже умерли. В этот момент уже умерли. Смотришь, человек встает и говорит, это плохо, это плохо, это плохо. Это дура, это какашка, это сволочь. Эти плохие. Новости это. Правительство, парада. Этот уроды, дебилы, шпана. Дочка там, эти порчи. Так, кто живет? Правильно я ли понимаю принцип работы сферы, что она переворачивает события и можно представлять в ней неблагоприятные? Да, можно. Когда человек ложится и лежит с закрытыми глазами перед сном, это лучшее время для того, чтобы подумать о чем-то плохом. Если человек в этот момент думает о чем-то плохом, то вот это все плохое никогда не сбудется. Но если ночью лечь и закрыть глаза и мечтать, то мечты тоже не сбудутся. Но если утром сесть и мечтать, то мечты сбудутся. Если утром мечтать, сидя. О сферах я не разговариваю в бесплатном доступе. Виолетта, Андрей Андреевич, здрасте. Скажите, пожалуйста, можно ли гадать на картах Таро или нет? Можно, да, пожалуйста. Гадайте на картах Таро, гадайте на чем угодно. Гадайте на ниточке с шариком, гадайте на рунах. Люди так устроены, они любят гадания. Просто не делайте заявления. Потому что я смотрю сейчас там гадание, гадалка, вот сейчас как взорвется. Она говорила год назад, что взорвется, и 3 года назад, что взорвется. Она террорист, она терроризирует людей, заставляет этих людей страдать. Люди после этого не спят. Не говорите ничего плохого, даже если что-то видите плохое. Наоборот, давайте надежду, пусть человек хоть чуть-чуть порадуется в жизни. Вітаю, шановний учителю, у мене мріє бути біля Кайласу, і після деяких подій учениця першої ступені. Мені тричі снили слова, які мені було треба запам'ятати, одразу записувало ніякої асоціації. Що це? Поняття не маю. Поняття. Я не розбираюсь во снах. Карл Густав Юнг говорив о том, що сни являються фактично для чоловіка мостом, который соединяет бессознательное сознание или подсознание и сознательное сознание, то бишь мозг. И сны — это некие мосты. Каким образом человек устроен? Человек запоминает огромное количество информации. Опять-таки хочу сказать, что это по знаменитой идее психолога Карла Густава Юнга. Он говорил, что когда человек запоминает, когда человек живет на протяжении жизни, он запоминает большое количество событий. Эти события, они могут перегружать его сознание, и самые
ненужные события, они должны синаптически объединяться и как бы обнуляться. И он говорил, что это происходит при помощи снов. Но очень часто, когда человек думает о чем-либо, активно думает о чем-либо, то решение необычное, как бы, оно может быть подано через вот такую систему снов. То есть человек может и во сне это увидеть. Я могу сказать, что в моей жизни была ситуация. Я жил с девушкой, очень болел. И эта девушка очень, ну, мы друг друга стоили. И в один прекрасный вечер, когда мы ложились спать, я сказал такие слова: пусть мне приснится сон, где я увижу себя через 10 лет, и лег спать. И мне приснился сон, где я вижу своих детей, там, где я езжу на своем автомобиле, у меня свой бизнес. И мне в этом сне сказал сам себе: я обязательно этот сон запомни. И когда я проснулся, то я этот сон ей рассказал. Говорю, мне показали, что я живу, счастливый, очень там богатый, здоровый, умный, молодой и так далее. На что она посмеялась, мы потом в дальнейшем разошлись, но я могу сказать, что все, что было во сне, исполнилось. Почему это произошло? Согласно Густаву Юнгу, это произошло, потому что задатки, первопричин того, что должно произойти в моей жизни, они уже хранились во мне, так как были преднамеренно сформированы в виде синаптических вот таких объединенных концепций, которые были. И мозг таким образом спрогнозировал или спрограммировал то, что произойдет, и мне показал. Ну вот приблизительно так. Считаю ли я это действительным? Увы, на самом деле, как это работает и что это за концепция, которая предсказывает нам будущее, но какую бы я ни сказал из 1000 существующих, ни одна из них не может быть подтверждена никаким образом. Поэтому нам остается только просто принять какую-нибудь из них, включая там Карла Юнга или Зигмунда Фрейда, или концепции там, допустим, Михаила Мазерса, или даже там кого-либо еще, там Будды Гаутамы. И, конечно, говорить о том, что вот есть и только это правильно, ну, я бы не стал на самом деле. Поэтому слова вам сказали, может, ваша мантра какая-то возле Кайласа. Так а кто мешает? Война закончится, поедете к Кайласу. Просто заезжайте не со стороны Тибета, а со стороны Индии. Я многократно проходил Кору, могу сказать, что это очень интересное путешествие. Ну, вы думаете, что вы найдете там что-то особенное. На самом деле это сумасшедшее разочарование. Потому что там горы, для тех, кто горы не любит, это мучение, потому что там горы, и кроме гор ничего нет. Ветер, горы, холодно, нищее население, все в рот заглядывают. Когда в Индии, то все за вами будут бегать, дергать. Знаете, надо быть готовыми. А что значит быть готовыми и к чему быть готовыми? К тому, чтобы быть в горах и мерзнуть. Вообще, для чего люди идут в горы? Люди идут в горы, потому что считается, что горы способны выдуть из головы дурь всякую. А вот так. Поэтому, если у вас дури очень много, если у вас там куча концепций, куча мыслей в голове, каша-малаша, не знаете, как жить, с кем жить, идите в горы, посидите там, пусть продует. До попереднього запитання снилось слово 4 роки 3 тижні тому. Дуже дякую. Это у вас навязчивая идея. Зачем вам это? Ну, снилось слово. Ну, мне приснилось 5 слов. Кирчукам мудьет. И что? Читайте как мантру. Возможно, вы в прошлом были тибетским монахом, вам приснились горы, и это является ключом для открывания будущего или будущих знаний. Только просто помните, когда вы достанете знания из прошлого опыта, вы вместе с болезнями это все достанете. И дай Бог, чтобы вы были здоровым человеком, потому что, возможно, вы были там в той жизни больным человеком. И тут моя история, она очень интересная. В свое время я начал заниматься буддийскими учениями, если можно так сказать, и начал практиковать определенное учение, которое называется Кагьюр. У меня был учитель, и одной из идей этого учителя было это практикование определенной медитации, она называется «Ночная медитация», в ходе которой у человека может возникнуть ощущение возвращения к прошлым жизням.
Я данную из всех или из цикла всех медитаций, определенных подготовок и в дальнейшем этой медитации или данной, я для себя придумал, что я буду данную медитацию практиковать. И длительное время я практиковал данную медитацию, начал просматривать свои прошлые жизни. Я видел, как в одной из жизней я был польским монахом ксендзом, который переписывал книги и жил в Гдыне. Звали его Збигнев, и фамилия его была Квитновский. Его расстреляли немцы, когда он спасал ребенка. Еще в одной жизни, также он страдал артритом левого коленного сустава, левой ноги. Всю его жизнь я не просматривал, как бы перенесся дальше. Еще в одной жизни я был старым дедом, который был настоятелем храма, который достаточно хорошо владел йогой и так далее. Этот дед умирал тяжело, но и был не дедом, но очень изношенным таким человеком. Имел прескверннейший характер, а также кучу самых тяжелых заболеваний, включая панкреатит, заболевания печени, заболевания артрита, заболевания носоглотки, заболевания там, позвоночника и так далее. Я его жизнь просматривал очень долгое время, мне она нравилась, также понял его имена и так далее. Так вот, после того, когда я получил знания из того опыта, тех жизней, где я проживал, также будущей жизни. То есть я просмотрел опыт в будущей жизни, где я был человеком, которого звали там определенным образом, не русское имя, где я буду проживать и каким образом это будет происходить. Это тоже я знаю. Так вот, да, человек может просматривать как будущие своей жизни, так и прошлые. Именно поэтому в тот момент, когда я пришел в себя и начал это по чуть-чуть выписывать, со временем оказалось, что те болезни, которыми я не болел, потому что с самого детства я был очень здоровым человеком, но у Збигнева были больные зубы, и после того, когда я посетил ту жизнь, в которой я раньше проживал, у меня появились больные зубы. Это произошло за 4-5 дней, то есть просто появились дыры в некоторых зубах. Для меня это было шоком, потому что с 18 до 32, там, 33 лет, до момента, пока я это начал просматривать, у меня не было даже намека на плохие зубы. Я их даже в школе не лечил никогда. У меня гены хорошие, у моего отца, он прожил всю жизнь, зубы не лечил, и умер, зубы не лечил. То есть у него всегда они были великолепные, при этом я с самого детства грыз кости и всегда раскусывал орехи. Просто гены хорошие. А тут вот такой бок. И после этого еще и появились боли, и я вспомнил именно в том месте, где болело у Збигнева. И еще появился такой же кашель и боль в правой стороне легкого, как было у человека, которого я просмотрел до Збигнева, и так далее. То есть я могу сказать, опыт прошлых жизней минимальный, зато болячек нереальное количество. Оно нам надо. Вот это мы живем себе своей жизнью, и она наша. Давайте ей радоваться, а то полезем куда-нибудь, наберемся гадостей всяких, потом не будем знать, чем это лечить. Зачем нам лечиться и брать болезни чужих людей? Почему чужих? Это же были мы. Ну так и что, что мы были? Я в своей жизни знаю религии. Я знаю религию, конечно же, и Коран. Я знаю религию христианскую, где Иисус Христос говорил и где пророк говорил. Они говорили другое. Но мне в моей жизни, я их очень уважаю. Уважаю Иисуса Христа за то, что Он спас людей. Уважаю пророка за то, что Он путь указал. Я уважаю все религии, они мне нравятся. Не могу сказать, что я очень верующий человек, но любое божество искренне обожаю. Я обожаю Иисуса Христа, я всеми силами проявляю к Нему любовь, проявляю любовь ко всем абсолютно проявленным существам и тем людям, которые стали ангелом, к ангелам и тем, кто был монахами и так далее. Я хорошо к ним отношусь. Я хорошо отношусь к церкви, к батюшкам. Я хорошо отношусь и к учению, читал и Коран, и Библию, и Ветхий Завет, и даже Тору. И могу сказать, что в большинстве своем это отличается от моих воззрений. Почему? У меня свой опыт. Я видел свои прошлые жизни, когда я поехал в эти города, где я жил, я нашел то место, где меня и расстреляли, и там, где я находился, и где я обучался. Во Львове я обучался, тогда Львов был Австро-Венгерской империей еще. Нашел то место, где я грелся. То есть я это все помню. Я даже сейчас это помню.
И, конечно, спустя время могу на 100% сказать, что моя жизнь, моя персональная идея, она не связана с тем, что человек перерождается только в будущем. Мое понимание такое, люди перерождаются и в будущем, и в прошлом. И от того, как человек, а жизнь вся уже написана. Хотите в это верить, хотите не верить, могу сказать, мне это все равно. Это моя концепция жизни, я живу в ней. Поэтому мне не страшно умирать, но я верю в то, что человек, поступающий хорошо и служащий светлым силам, а служить светлым силам – это не делать вокруг себя абьюз и не ненавидеть всех людей, такой человек способен рождаться в будущем. Сева Персевия. Добрый день, учитель. Здрасте. Мне с сыном оставаться в Грузии или уехать? Лучше оставаться. Вітаємо на рівні тайни от Дуйко, от Антоніни. О, дякую, Антоніна. Андрій Андрійович, ми з моєю подругою Софією перестали общатися. Ми помиримося чи ні? Не помиритесь год і два місяці. Будете злитися. Добрый день, Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста, надо ли мне в ближайшее время оперировать молочную железу? Обязательно, прям обязательно, чем быстрее, тем лучше. Не тяните с этим, говорю вам это с полной ответственностью. Скажите спасибо, оперируйте, не ждите. Правильно, оперировать только. Алена Шимко. Здравствуйте, подскажите, как лечить гипотонию? Благодарю, внутреннее давление 80/50. Гипотония является следствием падения иммунитета очень часто. Падение сил, падение иммунитета, иммунитет не справляется. Горячие ванны, таурин, гинкобилоба, кордицепс. Эзотерически каким образом? Представляете, вдоль вашего тела идет, все ваше тело заполнено темной энергией. Черной энергии. И представляете, будто все ваше тело становится внутри белой энергии. Если энергия внутри человеческого тела белая, поднимается давление. Если черная, понижается давление. Особенно в области сердца. Представляете сердце белым, давление исчезнет. Пониженное исчезнет. Стоит ли менять место работы, оставаться в Одессе или ехать в Чехию, где будет лучше? Не будет вам лучше, оставайтесь в Одессе. Не будет, правда. Куда угодно, кроме Чехии. Доброго здоров'я, шановний Андрій. Хочу дізнатися від вас інформацію, яку б вона набула. Чи вийду я заміж? Яким буде мій чоловік? Якщо відповідь позитивна, це добре. І вийдете заміж, і чоловік у вас буде височенький такий, широкоплечий, але не товстий. Гарний, гарний, світленький. Десь за 3 роки. Ну, але зустрічатися будете раніше. Лариса Бурдуковская. Здравствуйте, Андрій Андрійович. Як восстановить біополе мені? Показую. Берете указательный палец. І представляєте, вот так вот делаете, со вдохом «сы» произносите. Потом вот так руку ставите и произносите «Ом Ахум Хахохри», «Ом Ахум Хахохри», «Ом Ахум Хахохри», «Ом Ахум Хахохри» сзади, «Ом Ахум Хахохри» под ногами, «Ом Ахум Хахохри». И потом указательным пальцем представляете, будто обводите себя, и вот эта нить, которую вы себя обвели, она золотистого красного цвета или золотисто-желтого. Делайте так 3-4 раза в день, биополе и ауру восстановите. Олена Падалка. Добрий вечір, Андрій Андрійович. За допомогою ізотерики позбутися тромбогомілки. Можна. Представляєте, будто там, де у вас знаходиться тромб, там знаходиться у вас труба. Мисленно представляєте, будто берете эту трубу і берете щотку, которые чистят посуду. І берете так хшть-хшть-хшть-хшть. І под водичкой помили. Хшть-хшть. І под водичкой помили. І знову в ногу. Делайте так 10-20 раз на протяжении дня по одной минуте. Через неделю будете в восторге. Правда. Влад, здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, как сделать красивый, благозвучный голос, высокий и низкий?
Я не знаю, я не умею даже петь. У меня голос, я его никогда не изменял, никак над ним не работал, я не умею этого делать, я не знаю. Я даже не знаю, нравится он там кому-то, не нравится и так далее. Я гундосый, если вы заметили. Так как была травма у меня когда-то и попал в автомобильную аварию, и из-за этого сшивали вот эту перегородку небную, которая связывает нос и небо. Потому что раньше было такое, что ел еду, если засмеюсь, то из носа еда выпадала. Сейчас это, конечно, далекое прошлое, но тем не менее. И могу сказать, что, ну, это настолько неважно. Вообще это настолько неважно, красивый, некрасивый, вообще настолько неважно. О чем вы думаете вообще? Вы что думаете, когда у вас голос станет красивый, то все начнут вас слушать? Я тысячи человек знаю, у которых красивый голос, но которые лучше бы молчали. И знаем еще тысячу знаю, у которых голос некрасивый, но когда они заговорят, все заслушиваются. Это такая жизнь. Не о звуке, не о голосе нужно думать, а нужно думать, о чем сказать. Когда человеку есть что сказать, то лучше сказать. А когда человек, не думая, говорит, то лучше бы молчал. Зинченко Ирина. Добрый день. За 3 дня тяжелого инсульта, последующей комой и смертью близкого человека у меня с полки упало 3 разных свечи. Это был знак, почему 3 свечи. Бог, Сын и Отец – это предвестник того, что все 3 элемента, которые связывают человека с Богом, упали. То есть, что это такое? Человеческая жизнь – это свеча, которая горит. Свеча связана с телом – раз, она связана с нашей душой и чувствами – 2, и связана с нашим сознанием, умом – 3. Иногда так бывает, сознание ненавидит, а душа любит. Заметили? Душа находится здесь, сознание называется духом, а тело все это содержит в себе. Так обычно и называется тело, душа и дух. Дух – это ум, душа – это те чувства, которые возникают без нашего ума. И тело все это содержит в себе. Тело – самое золотое. Поэтому дух иногда борется с душой, душа с духом. Духи могут подселяться и мешают голове мысли дурные. Это обычно бывает подселение. В душу же ничего не может подселиться. Душа страдает всегда. Поэтому и 3 свечки упало, потеря и тело. Знаете, могло тело остаться, тогда бы 2 свечи упало. Тогда мог потерять и чувство, и дух. Если 3 упало, то все 3 компонента, и тело, и дух, и душа, покинут это тело. Вот так и произошло. А вам это была подсказка. Видимо, намолили, видимо, напросили, видимо, высшие силы вас поддерживают. Очень плохой знак, если идете, и маленькая птица перед вами куда-нибудь ударяется и падает перед ногами. Все 3 раза в своей жизни, когда птица падала перед моими ногами, разбиваясь, умирали самые любимые близкие люди. Очень плохо, когда умирают. Пусть все живут. Татьяна Олефренко. Здравствуйте, у меня заблокировали банковский счет онлайн. Разобраться не получилось. Еду в понедельник в банк, пожелайте, все пройдет хорошо. Не быстро вам разблокируют его, к сожалению. Добрый день, уважаемый Андрей Андреевич. Что нужно сделать Юре Филковскому, чтобы от него отстали враги, и он выиграл дело в суде касаемо недвижимости? Нет. 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 Ничего. Юра должен меньше врать. Все, что создано на фоне лжи, от самого начала до получения, все уходит с ложи. Ложь – неправда. Вот смотрите. Человек врет, 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 сколько бы времени ни прошло, и все, что не связано с ложью, оно закончится. Именно поэтому я часто говорю детям своим, вот сын сейчас старше, ему говорю, ты когда будешь с девушкой встречаться, ты ее не обманывай, не говори, что у тебя там богатство, не говори, что ты там сын генерала, не говори, что у тебя там большое имущество, она и так с тобой будет. Говори как есть, что у тебя там такое образование, вот так получилось, не придумывай и не преувеличивай. Потому что, когда ты наврешь, это станет частью ее жизни. Оно потом, конечно, все станет известным. Но когда в самом начале вранье с ее стороны, с твоей, оно будет создаваться и закручиваться. Вот почему нельзя выходить замуж за мужчину, которого не любишь? Потому что врешь, что любишь.
А живешь из-за того, что там имущество, рано или поздно семья может распаться. Почему? Все, что основывается на вранье, оно уже не существует, так как этого не было. Если этого не было, но на этом построить твердый дом, то тогда получается дом на пустоте. Именно поэтому любое начало от взаимоотношений, от начала знакомства, от начала там чего-либо, если оно построено на вранье, то в дальнейшем оно теряется. Поэтому меньше врать надо. Смогу ли я как-то помочь? Ну, он ученик школы или нет? Ну, он же не ученик школы, что ему должен помогать? Враги, чтобы устали. Пусть сжигает врагов на свече. Пусть суд сжигает на свече, пусть ставит программу «Дворец небесных драгоценностей», где он живет в этом доме, забито 4 колышка, там он сидит рядом с ним, как можно больше людей его близких, которых он обожает, и вот так. Доброго дня, Андрій Андрійович. Хочу запитати вас, моя дочка, заміж і буду бавити внук? Та все нормально буде. Что людям еще нужно, знаете, как там говорил у Булгакова Воланд, он говорил, да-да, люди не изменились, их больше всего волнует квартирный вопрос. Так вот, я хочу сказать словами Воланда, да-да, люди не изменились, их очень волнует, выйдет дочка замуж или не выйдет. Да все выходят замуж, слушайте, ваша тоже выйдет. Вы меньше волнуйтесь, быстрее выйдет. Пожалуйста, получится ли у меня хорошее отношение с мужчиной, с которым было 3 лет разрушилось из-за его написания бумаг другим женщинам и измены. Дело в том, что вы требуете, чтобы я принял за вас решение. Если я не имею права этого делать, моя любимая и милая ПМ, не имею права этого делать. Я не имею. Дело в том, что если я скажу, а вам будет плохо. Или если, а всегда так, вы понимаете, вы что думаете, если 3 года назад это было, то начнет с вами жить, этого не произойдет. Да послушайте, проблема в том, что мужчина изменяет, не заключается в женщине, не заключается в том, что она красивая, некрасивая или еще какая-то. Это говорит о том, что мужчина не нагулялся, это говорит о том, что у мужчины не было там много свободных отношений, это говорит о том, что, знаете, это такое бывает. Андрей Андреевич, месяц назад оплатили авансом батарею КСС. До сих пор ни денег не возвращали. Вас обманули. Придет заказ. Нет, обманули вас, скорее всего. Скажите, пожалуйста, как эзотерически убрать зубную боль? Спасибо за ответ. Нет. Какую зубную боль? Идите, берите таблетку, выпивайте анальгин и завтра идите к стоматологу. Ну что с вами, милая моя? Ну, какую зубную боль? Знаете, есть понятие стоматолог. Ну, эзотерический зубную боль. Но есть ли такие методы? Конечно. Ну и как? Ложитесь и представляете, будто в том месте, где зуб болит, видите смайлик. Это шарик яркого золотого цвета, который улыбается, аж хохочет. Вот если так делать 10 раз на протяжении часа, то перестает болеть зуб. Можно еще в него целовать. Ай, ты мой хороший. Муа. Только обязательно потом к стоматологу. А то, может быть, зубная боль, она обусловлена тем, что канал затромбирован. И там происходит некроз тканей, который может привести к сепсису, заражению крови. Люди думают, что зубная боль это ерунда. Нет, до момента появления стоматологии зубная боль и самозаболевание зубов было очень тяжело лечащимся и страшным. Туда пихали и мышьяк, и ртуть, и там что только не делали, для того, чтобы убить этот нерв и в дальнейшем хоть что-то сделать с этим зубом. Почему у человека портятся зубы и с чем это связано? У человека портятся зубы из-за переживаний. В ночное время происходит заброс из пищевода в рот. Таким образом происходит появление многих бактерий. Как избавиться от этого всего? Утром берите обычную поваренную соль
И вот этой обычной поваренной солью чистите на палочке или на зубной щетке зубы. Если зубы чистить обычной поваренной солью, можно содой все равно. Можно напополам содой с солью. Если чистить зубной щеткой поваренной солью или поваренной содой, или содой с солью, то зубы перестают портиться. Нас научила мама. Но мама научила нас еще и вот чему. Она научила нас полоскать зубы, чистить зубы солью и полоскать зубы кислой водой. Какая угодно кислая вода, она советовала нам щепотку лимонной кислоты, она тогда продавалась в порошке, или лимоном, все равно не имело значения, и полоскать рот. Вот я могу сказать вам, своего возраста, там, 10 лет я начал чистить зубы, не было денег ни на что, поэтому чистил солью, содой и полоскал зубы кислой водой. И на протяжении аж до 30, наверное, там, не знаю, 3 лет, 4 лет, не было ни одного больного зуба. Вообще, даже намека. Здрасте, дорогой Андрей Дэвидович. Пожалуйста, пожалуйста, когда наконец-то отдам долги? О, хороший вопрос. Долги отдадите в тот момент, когда начнете их отдавать. Если вы договоритесь и начнете их отдавать по чуть-чуть, то есть у вас нет задачи их отдавать. Когда я отдам долги? Вы же получаете деньги и потом себе, мне это нужнее, это нужнее, это нужнее, они подождут. Это нужнее, это нужнее, это нужнее, они подождут. Нет, нужно сказать себе, лучше я не доем, не куплю, но отдам. Потому что долги меня топят. Вот тогда начнете отдавать. У вас нет заботы отдавать долги, у вас есть забота брать их. Смотрите мой семинар «Магия денег». Смотрите мой семинар первой ступени, старый, бесплатно выложенный. Я там 2 или 3 часа рассказываю, как долги отдаются, и как программы ставятся, и как кому текут деньги, и как это все открывается. Все квадранты и дистилляторы денежных потоков, все там открываю. И рога изобилия, и там что хотите вообще. На следующей неделе планируется операция, все пройдет нормально, показываю, да. К этой проблеме возвращаюсь уже 3-й раз, может, с вашей стороны дадите какой-то совет. Нет, нет, я не могу сейчас вас просматривать, если честно, не очень хочу. Нет, я не хочу, у меня же детки, знаете, они детки 7, 8 и 9 лет, 14 лет еще, 24 года ребенку. Еще живет со мной жена, теща. Гости сегодня приедут, знаете, я сейчас просмотрю тяжелое заболевание, нырну туда, что-нибудь черпану, а ну мне не хочется. Я потом обниму дочь, а ей будет потом тошнить. Нет, нет, идите ко мне на марафон. Я на марафоне и просмотрю, и скажу, и объясню, как это убрать, и помогу это убрать. Ну, точно это не здесь. Пожалуйста. Всегда жадная на ваше учение. Правда, мне хочется все больше и больше новых практик. Пока застряла на 2 ступенях. Да ладно. Если много практик хочется, вам нужны мои калачакры или сангая. Там вот практик. А вы практики на ступенях не получите, там философия. А вот практики настоящие, уф, это уже сангая. Очень крутые практики в моем семинаре, 3-дневный семинар целителей. Вообще очень рекомендую. Кто проходил мой семинар целителей? Вот скажите, это же круто быть целителем. И насколько хорошо получается. Ну, вы молодец. Пока застряли на первых 2, переходите на 3-ю. Разрешаю вам. Граяне Адибикян. Граяне. Здравствуйте, Андрей Андреевич, я армянка. Все в порядке. Простите, что неправильно пишу. Хочу, что моя старшая дочка этот год в конце концов решит замуж идти, 38 лет. Нет еще, еще будет ждать. Но есть уже тот, который страдает и хочет. Поверьте, все хорошо в ее жизни будет. Ей нужно чуть-чуть вес набрать, тогда она выйдет замуж. Наталья Полтенко. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Продаст ли папа Юра грузовую машину в этом году? Показывают, что продаст. Добрый день, Андрей Андреевич. Скажите, я вылечу свои колени, и что надо еще сделать, чтобы улучшить их состояние? Смазывайте нашатырным спиртом, оборачивайте солевым компрессом. И сможете. Откажитесь от мяса и любой белковой пищи на где-то 1,3 месяца, на 1,5 месяца. Завариваете
салат латук, семена салата латука. Одна чайная ложка на один стакан кипятка. Пейте. Из растений принимайте зверобой, полынь и... кукурузные рыльца. И еще делайте завар из желудей. Берите желуди, они сейчас падают, перемелите их со шкарлупой, пусть высушится. И заваривайте 1 столовая ложка на стакан воды, пейте 1-2 раза в день. Это все вылечит колит. Так, у нас уже время заканчивается. А уважением вам, что делать, чтобы наладить отношения с детьми? 2 взрослых сына. Мысленно представляете, будто вы их обнимаете и маленьких прикладываете одного к одной груди, а другого к другой. Вот так обнимаете и говорите: обожаю вас, пейте мою молочку. А вас, какашки, которых вы представляете перед собой, прогоняю, идите. Я люблю этих маленьких, хороших, а вот этих плохих не люблю. А вы идите куда-нибудь и прогоняйте. После этого дети вас начнут обожать. Екатерина Черкова. Счастье и радость. Вот правильно. Можете дать правильное направление людям в этом месяце? Еще. Ой, как много вопросов. Ой, как вас много. Так, ищу. Ага. Екатерина Черкова. Счастье и радость. Добрый день, Андрей Андреевич. Можете дать правильное направление людям в этом месяце, сентябрь? На что обратить внимание, чего остерегаться, к чему проявить внимание? Спасибо. В этом месяце нужно остерегаться всего, что связано с принятием решений и всего, что связано с мыслительной деятельностью, мыслительной работой. Вообще в этом месяце, в сентябре особенно, не нужно принимать решения. Они в большинстве своем могут быть скоропостижными или скоропалительными. Также обратите внимание на голову, потому что именно в этом месяце происходят вот эти процессы, связанные с головой. Болит голова, усталость и так далее. Что необходимо делать? Я могу сказать, что самое лучшее, что может человек делать до конца сентября, вот за 10 дней, это ежедневно заниматься медитацией. Если сделать это 10 дней, то появятся такие силы с октября-ноября месяца, будете в шоке. Какой медитации? Ничего не нужно представлять. Садитесь просто, сидя. Закрывайте глаза и пытайтесь заснуть. Если уснули, не открывая глаза, сядьте снова. Снова попытайтесь заснуть. Думайте о чем угодно. Если так сделать несколько раз, хотя бы там за 40 минут, и сделать так на протяжении 10 дней, то в октябре месяце у вас улучшится и здоровье, и материальное благополучие, и отношения в семье. Все абсолютно. Вчера об этом в РТ я рассказывал. Добрый вечер. Можете дать правильное направление? Дал. Ярхмудинова. Здравствуйте. Подскажите, чтобы устроиться быстро на работу за границей? Ответил. Соль бросайте. Как активировать свой заглохший потенциал конкретно в моем случае? Перестать стонать. И не надо быть злой. Одна из особенностей. Вы говорите всем: я не злая, а вы злая. И старайтесь всем жаловаться. Все очень плохо. Как человек может что-либо делать, если он все время всем недоволен? Я всем довольна. Ну, это слова. Вы же понимаете, чувство не обмануть. Даже не пишите мне потом: нет, вы не правы. Так мне все равно, слушайте. В вашем случае очень поможет чтение.
Берите любую книгу и читайте ее громко, вслух, не менее одного часа в день. Какая угодно, лучше религиозная. Если сделаете так 30 дней подряд, Мона Лиза, то тогда вот на 100% все в жизни изменится. Сделайте. Андрей Андреевич, подскажите, как рассчитаться с долгами по коммуналке? 2,5 года выросли. Не знаю. Я не могу ответить на данный вопрос. Вот вообще, от слова совсем. Читайте мантру «Рим, клим, шрим, намах». Утром просыпайтесь, говорите «Рим, клим, шрим, намах, рим, клим, шрим, намах, рим, клим, шрим, намах, рим, клим, шрим, намах, рим, клим, шрим, намах». Вообще, хочу вам сказать, как привлечь в жизнь деньги. Берете там любое изображение там Иисуса Христа, или Будды Гаутамы, или там зеленый тар, это не важно, даже черный кали, что хотите, ваджрапани. Вот так вот садитесь и говорите: какая ты красивая, какая ты красивая, как я тебя люблю, а ты любишь меня? И после этого представляете, как она вас обнимает. Снова говорите: какая ты красивая, какая ты красивая, какие глазки красивые. Или там: какой ты красивый, и глазки красивые, там, и ножки красивые. Так тебя люблю, чувствуете это. А любишь ты меня, чувствуете, как он вас любит. Если так делать, деньги будут быстро. Прямо серьезно говорю. Выполняйте данную практику, она очень эффективна. Открывает поток денег. Правда. Оксана, у меня вопрос не очень интересный. У меня придет компенсация с Норвегии или нет? Нет, Оксана, не придет. Они тем, знаете, как в этой песне, из глаз долой, из сердца вон. А вы вспомните, когда вы ехали, я вам говорил, не торопитесь, Оксана, ехать. Не торопитесь ехать. Говорил же. Говорил, не торопитесь, не нужно спешить, побудьте еще там. Чего вы ехали? Чтобы теперь ждать компенсацию. Да жили, все ж нормально было. Дорогой наш Андрей, я всегда рада видеть и слышать. Ой, как приятно. Хорошего вечера, спасибо. Скажите, в каком году начнут строить новый дом на месте нашего старого? Сколько лет его будут строить? Ну, где-то через 3 года только начнут. И строить будут тоже 2-3 года точно. Вообще, что-то там плохо у вас идет. Прям очень такой поломанный канал будет одним другим. Ужас, очень плохо. Если есть возможность, забирайте деньги. Если такая возможность есть. Очень интересуюсь целительством. Имеет ли смысл развиваться в этом направлении? Если у меня, да. 55 лет самое лучшее время для того, чтобы быть целителем. Чем старше человек, тем лучше получается целительством заниматься. Здравствуйте, всем прошла. Проживаю в России, как быть? Никак. Пока война не закончится, для меня люди, которые являются, любите вы меня, не любите, ученики вы или не ученики, мне все равно. Я хочу вам сказать, я независим от людей, которые у меня обучаются или покупают. Вот вы прошли у меня бесплатные 2 ступени, и вы считаете, что я что-то вам должен. А я не должен, не хочу быть должным и не буду. И хочу сказать вам вот что. На сегодняшний день у меня нет претензий к жителям России. У меня есть претензии к правительству Российской Федерации, которая напала на Украину, и которая бомбит, и которая, за счет которой у меня на сегодняшний день есть неприятности в моей жизни, которых не было никогда в момент того, когда этой страны в этой стране не было. Когда была гитлеровская Германия, и в гитлеровской Германии был Гитлер, то после этого люди, которые жили в гитлеровской Германии, к ним относились плохо. Жители, которые не жили в гитлеровской Германии. Еще очень долго это было. Так вот, я хочу вам сказать, отношения очень долго, несмотря ни на что, от того, что будет и чем завершится, отношения нехорошие. Потому что такое количество бреда, гадости и маразма я в своей жизни никогда не читал. Не читаю и читать не собираюсь. Там бреда, обмана, знаете, это царство умалишенных людей, знаете. И если вы хотите покинуть мой канал,
идите, я ни за кого не держусь. Будда когда-то сказал, тот, кто хочет спастись, будет спасен, кто не хочет, не будет спасен. На сегодняшний день любая коммуникация меня с жителями РФ является проблемой для меня. Поэтому, сори, друзья мои, ничего не продаю, ни для кого, ни с кем не общаюсь, никаким боком. Конец. Андрей Андреевич, ваши, есть же там сайт открытый, идите, там куча бесплатной информации. Здесь есть ступени какие-то, у вас есть складчики, что там все воруют. Ищите. Ваши заклинания и мантры — это силище. После одного часа у меня тело гудит, сижу, это кундалини поднимается. Здравствуйте, уважаемый народ Кайлас Инды. Желаю теплого вечера. Спасибо. Здравствуйте, что вы ходите в прямых эфирах. Очень вдохновляет и заряжается энергией. Спасибо, очень приятно. Спасибо за все. Скажите, пожалуйста, стоит заниматься мне целительством? Стоит. Супер будет получаться. Вы умница. Напрямок особистой идеальности развивать еще особенно радость и скорость. Становитесь целителем, будет очень получаться. В нашей семье будет ребеночек? Да, идет ребеночек. Скорее всего, мальчик. Пожалуйста, какой ваш артефакт мне лично купить, чтобы было везение, любовь и счастье? Артефакт один хотите, а чтобы и любовь, и везение, и счастье. Вы знаете, что вас к счастью привезет, приведет? Это если было бы такое, что вот, а вы прям, за, прям три должно быть. И любовь, и везение, и счастье. Давайте еще, фортуна, много денег, что там еще? И таблеточку от жадности, да побольше, побольше, да? Хорошо подойдет ловушка для денег вам. Правда. Вообще ищите любовь. Спасибо за вашу працу. Подскажите, мужчин хочет брать кредит на придбание житла. Це правильно? Не. Спасибо вам за вашу доброту и щедрость. Спасибо и вам. Сможем наладить отношения с мужем? Работаю над этим вопросом, но очень сложно, так как он моряк и часто не дома. Из-за этого нет понимания, что мне еще сделать. Успокоиться, жить жизнью до момента, пока он вернется. Что вы хотите на расстоянии? Вас колбасит, что его нет. Вы его колбасите, он в итоге расстроен, вы в итоге. Он все, нечем заняться. Начните самообразованием заниматься, йогой. И начните обучаться чему-нибудь. О чем вы думаете? Какое может быть отношение на расстоянии? Ждите, когда вернется, приедет, там любовь будет. Ждите его, поддерживайте всеми путями. Звоните ему или там говорите, люблю тебя, любимая, обожаю, жду. Конец. Что вы мозг выносите? Имейте совесть. Что за абьюз? Подскажите, пожалуйста, как перестать... Вы на его шее сидите, он деньги приносит вам. Еще и мозг ему выносите. Ну что это такое? Пожалуйста, как перестать бояться ездить на электровелосипеде? Падала, была травма. Не ездите, если падали, была травма, говорит о том, что вы не умеете ездить и не научитесь, скорее всего. Они вам нужны, не надо ездить. Зачем вам электровелосипед? Ездите на обычном велосипеде, ходите пешком. Зачем вам это надо? Я 3 раза попал в аварию на автомобиле, теперь сам за рулем не езжу. Почему? Не знаю. Потому что зачем? Если есть возможность, чтобы кто-то меня возил, посадил шофера, теперь меня возит шофер. Ольга Ковалева, скажите, пожалуйста, не могу понять, хочется поменять себя и чем-то занять, не могу определиться. Начните проходить мою первую ступень, найдете себе занятие 1 000 000. Я вам обещаю, что после прохождения первой и второй ступени у вас не будет свободного времени больше ни на что. У меня устроится семейная жизнь, да. Мой сын найдет себе дочку Тханыщина, да. Это Ларисе Шатен, я ответил. Здравствуйте, скажите, смогу я в этом году сдать на право в Польше? Ой, показывают, что может и нет. Но надежда умирает последней. Алексей Росиевской. Здравствуйте, еще раз, Андрей Андреевич, здрасте. Я бы тоже хотел вести свой блог в YouTube, но совершенно не знаю, в каком направлении двигаться. Подскажите, как найти то, что будет популярно у меня. Да, слушайте, берете книжку, которая называется «Энциклопедия психологии». И после этого все по психологии, там, с первого слова.
записывайте видео. Записывайте видео и объясняйте. По геологии, по психологии, там, по какой-либо науке. Это почем угодно. Сейчас все популярно. Сейчас ведение блога, там, обучение украинскому языку. Начинайте с украинских слов. Обучение английскому сами научитесь, людей научите. Так это все сейчас очень продаваемо. Можно брать эти фильмы старые, из них делать нарезки, их публиковать с каким-нибудь смыслом. Там вспомнить кино или киноновинки, или старое кино, или старые фильмы, там старая музыка, обсуждать музыку, если вам музыка нравится. Вот раньше был Rolling Stones, вот эта их песня, вы забыли, давайте послушаем кусочек. Здесь он поет, Мик Джаггер поет о том-то, том-то, том-то. Напишите в комментариях, вам понравилось, о чем поет Мик Джаггер. Конец. Второе видео. А вы знаете, была там песня, о которой многие мечтали, которую пел там Майра Смит, Crazy Crazy, и там участвовала две девочки, одна была беленькая, одна такая, чем же закончилась их судьба? Одна стала там, вот ее фотография, другая вышла замуж там за Ника Кейва, а Ник Кейв застрелился и чуть не убил ее, вот вы представляете, оказывается, все, кто снялся, и все пострадали, ну, кроме вот. Ну и вот это все, сейчас есть GPT-чат, пишите, напиши мне там вот информацию об этом клипе, ну напиши художественно и напиши в таком повествовательном стиле, чтобы было приятно людям посмотреть, напиши сценарий. Пишет первое, расскажите это, второе, расскажите это, третье, расскажите это, четвертое, это. После этого взяли телефон, нажали кнопку, рассказали что-то, прочитали, нажали кнопку, рассказали что-то. Потом видеоредакторы соединили, вставили картинку, запустили. Конец. Как сложно. Что мне сделать для благополучия своей семьи, для моего единственного сына, очень люблю. Так вы уже делаете, а зачем вам еще что-то нужно делать? Любите, любите сильнее. Кого любят, к тому текут везение, любовь и деньги. Скажите, будь ласка, какие род деятельности принесет мне радость, там материальные блага, а еще и радость? Не поздно ли вы выбираете себе работу? Очень хорошо бы получалась стоматология. Вы будете работать стоматологом? Любая деятельность, где участвуют руки, бы у вас хорошо получалось. Да. Написание текстов еще бы получалось у вас. Может быть, копирайтинг даже какой-нибудь. Реклама, продвижение, дизайн. Это все получалось. Добрий день, мене зовут Олександр, з вашим мучним Андрій Андрійович. Як мені влаштувати своє щасливе життя, чи варто поїхати за кордон на заробітки? Хорошо было бы вам поехать, да, хорошо было бы. Из стран, куда бы я рекомендовал, это Северная Европа. То есть это Швейцария, Голландия, Нидерланды, это же Голландия есть, да. Вот хорошо конкретно в Голландию вам ехать, прям хорошо показали. Даже во Францию, но в Голландию лучше всего. В Австрию, но в Голландию все равно лучше всего. Мы с супругом делаем ритуальную защиту, пока не купили платную первую ступень каждый день. Действительный метод. Во. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Пытаюсь развиться в бровях. Работаю в салоне на процент. Мало клиентов. Скажите, стоит продолжать? Да. Или же идти на нормальную работу, а бровями заниматься меньше. Зачем вам работать на кого-то? В салоне, ждать кого-то? Делайте видео, делайте в Инстаграм видео. Продвигайте себя, продвигайте свою работу. Продвигайте свои работы до и после. Знакомьтесь с кем-нибудь, выступайте. Какие брови могут быть, как вы это делаете, с кем вы общаетесь. Делайте смешные видео, не смешные видео. Работайте над тем, чтобы популяризировать себя. Вы таким образом создаете рекламу. Как вы не можете этого понять? Люди, что с вами? Почему вы этого не понимаете? У вас на лице написано, что вы добрый человек. Ну и что? И где здесь, в чем проблема? Ну написано. Добрый, но не дурак. Добрый вечер. У моей мамы инсульт. Чи можливо допомогти ей и чим? Можливо. Давайте ей вот что. Бессмертник, зверобой, ромашка, березовые почки в равных пропорциях. Завариваете 1 столовая ложка на стакан воды, поите утром, в обед и вечером такой водой ее.
И места, там где порез, натирайте ей маслом, которое называется чабреца или шалфея. Шалфея лучше. Также можно делать ингаляции с шалфеем. Это тоже очень помогает. С шалфеем именно. Дальше следите за ее артериальным давлением, потому что, скорее всего, это было связано с артериальным давлением. Также оденьте ей на мизинец левой руки железное колечко, а вокруг запястья левой руки синюю ниточку, а вокруг запястья правой руки красную ниточку. Это поможет ей быстрее справиться с заболеванием перенесенного инсульта. А все, хватит. Чуть-чуть мне уже надоело. Аля говорит: здравствуйте, Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, если у меня порча, вот, видите, женщина проклинает меня лет 5 из-за мужчины, который вообще женат. Спасибо за ответ. Альбина, 49 лет. Покажите мне Альбину. Смотрю, Альбина, на вас. Обуваюсь. Сидел босый, а холодно. Так, покажите мне, какая у нас там Альбина такая. Ой, вы такая кругленькая, красивенькая, полненькая. Не. Нету порчи. Но есть такая штука, которая называется каменное сердце. У вас есть проблема каменного сердца. Это будет приводить к тому, что люди, которые рядом находятся, не будут чувствовать вашу любовь и как бы отворачиваться от вас. Такое тоже бывает. Идите ко мне на какой-нибудь из марафонов, я уберу. Это как в сердце огня нет, что ли. Але Магуль, Жалкыбаева. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Здрасте. Мне продать дом или не нужно? Показывают, что не нужно продавать. Подскажите. Ну все, конец. Добрый вечер. Мама болеет, сердце слабое, вода в легких. Сопротивляется, не хочет пить таблетки. Вот что сделайте. На правую кисть ей ниточку белого цвета. Также ей на левую кисть ниточку синего цвета. Также на левое запястье, на пальчик левой руки, на мизинчик оденьте ей железное колечко. От ключей можно железное. И сверху на легкие накладывайте ей нежирный творожок и сверху накрывайте тряпочкой на 10-15 минут. Творог можете отжимать и использовать его несколько раз. Такой творог способен поубирать жидкость из легких и улучшить ее состояние. Я желаю вам счастья. У нас хороший получился в итоге вебинар, только очень длинный. Сколько у нас там времени уже? Мне маркетолог сказал, что нельзя больше, чем час проводить, но получается все равно по 1.5 часа. Ну что ж, хотите, чтобы я дольше с вами общался? После того, когда закончится данный вебинар, обязательно оставьте свой комментарий в сообщениях. А также обязательно подпишитесь на мой канал и обязательно поставьте лайк. Чем больше лайков, чем больше комментариев, тем больше людей смогут увидеть такие видео. Я надеюсь, эти видео, они интересны людям. И мое мнение, что они могут помочь человеку, поддержать его и сделать его более счастливым, может быть, радостным и успешным в этой жизни. Будьте счастливы, пусть в вашей жизни будет все хорошо. Здоровья вам, мои друзья. До свидания. Выключаем же.